Наталья Аминова, автор этих удивительных иллюстраций, они сразу погружают зрителя в волшебный мир, наподобие страны Оз. У вас очень необычные картины, и вот меня зацепила, например, вот эта картина, которую мы сейчас видим. Что это? Почему этот большой кабан? Почему вот мальчик, похоже, да, какой-то идет, и почему осень? Это история про то, когда мы боимся встретиться с окружающим миром. Кабан – это что-то, что нас пугает. Вот мы идем в лес, и нас напугали какие-то шорохи, какие-то вот. Я это представляю визуально, что что-то страшное, но при этом он на самом деле не несет никакой угрозы. Он большой, может быть, устрашает, но человеку он не опасен. Вот. История про наши страхи и вот про красивую осень, про человека, который собирает грибы и что-то там где-то шуршит в лесу. Кто-то в детстве мечтает стать пожарным, кто-то космонавтом, но годы идут, и пожарный превращается в менеджера, а космонавт в дальнобойщика. Но наша героиня с раннего детства и по сей день не отступает от выбранного пути. Взяла карандаш и стала рисовать. Я помню, в детском саду я рисовала картинку и гордилась, что это самая красивая картинка у меня. Вот. И я всегда говорила, что я буду художником, бабушки с дедушкой всегда говорили, я буду художником. Наталья закончила художественную школу, признается, что иллюстрации любит больше, чем живопись, и всегда рисовала образы, навеянные литературой. Каждая ее работа – это высказывание, метафора, ее состояние, отношение к миру. Сначала рисовала для себя, а теперь вот для своих детей. У меня две дочки, я и для них рисую, и когда я рисую, я к своему внутреннему ребенку обращаюсь. Это вот все, что я рисую, это мой ребенок, так как он видит этот мир. Вот не взрослый человек, это явно вот мои какие-то детские переживания. Посмотрите на эти работы, каждая пронизана каким-то мистическим настроением, заставляет вглядываться в себя. Вот еще одна удивительная работа. Зимой прошлого года я ехала за рулем машины. И было такое вот состояние, когда пуржит, снег летит, и вдруг небольшой такой кусочек неба появился, звездного, знаете, среди облаков. Вот, и я его изобразила тоже как, вот, как чудище, которое все-таки помогает. Что-то, что устрашает, но оно на самом деле не угрожает нам. Оно вот помогает ему, человеку справиться с какой-то аварийной ситуацией, поднимает машину, чтобы машина не улетела куда-то в кювет. То есть мир, который меня пугает, но при этом он все-таки... все-таки мне меня спасает, и он добрый ко мне. Эти картины вы можете увидеть в центральной детской библиотеке до начала февраля следующего года. Не проходите мимо, загляните, и уверен, и вы будете очарованы этими работами. Денис Нитков, Евгений Стародубов, новости из Кровект.